30% своего времени человек тратит на сон, 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 сон. Сон или реальность, сила или слабость, это все формальность. Пусть старость нам будет в радость, чтоб жизнь мгновенной не показалась. Бывает нет желания делать ничего, ребятки. Хочу, чтоб копились денежки в банке и внуки росли, чтоб живы были те, кто с ними возиться могли. Я себя не вижу во всей этой канители. Проснувшись в постели, чувствую, как руки вспотели. Может, все будет не именно так. От восторга сжал руки в кулак. Надеюсь, в будущем будет все ништяк. Бывает, засыпаю лицом на столе, с ручкой в руке и незавершенные мысли в голове. Огромные колонки, провода в маке. Хочу с утра до ночи ходить в одной и той же майке, чтоб песок на берегу мне до боли сжигал пятки. И каждый день был жаркий, проснулся от яркого света за окном. Что такое сон? Может, сознание видит предсказание? Услышал звук гитары, вдруг попал на Канары. Там были включены все детали. Вертолет на крыше хаты, на беседке играем в нарды. Промчались мгновения мимо, сила сна неизмерима. Сон или реальность, сила или слабость, может это наяву. Делаю все, чего хочу, пойду еще накачу и в сон упаду. Не тревожьте меня, попрошу, за временем не слежу. Вдруг по дороге качу, сзади ДПС, впереди фура. В бардачке дула, у драйвера на голове капюшон. Он этой фурой сбешен, прижмитесь к обочине. Слышно сзади, засверкали мигалки. Нетрезвое состояние, все не в порядке. Куча непонятных фраз, добавил газ, моргнул пару раз, удирая между сотнями лиц, не успевает разглядеть надписи таблиц. Мигалки уменьшаются в зеркальном отражении, дорога сужается, неверное направление, резкое торможение, сильное сердцебиение, попадает адреналин в кровь. Я проснулся вновь. Ночью не сплю, или снова в сон попаду, не осознавая, что это наяву. В боковое гляжу, еще вчера я вроде был на пляжу. Может, это наяву, делаю все, чего хочу. Пойду еще накачу и в сон упаду. Не тревожьте меня, попрошу. Сон или реальность, сила или слабость, может, это наяву. Проснуться хочу, оказалось, что я и не сплю.